Все, починил. Починил? Да, еще лет 20 стоять будет. Да ты что все чинишь-то? Так что, просто у меня золотые руки. А что не так-то? Что не так? Да ты все починил. Ты все починил. Утюг сломался, ты починил. Шуба порвалась, ты зашил. Я, может, хочу что-нибудь вот новое купить. Ой-ой-ой-ой. Склеил. Зачем ты склеил? Зачем ты склеил? Вот я на тебя кричу, а самой стыдно, потому что не за что на тебя кричать. Покричи, покричи, легче станет. Меня-то хоть не чини. Говорила мне мама. Кстати, увидишь ее, скажи, что я вечером зайду, баню ей скидаю. Ты что за человек-то такой, а? У всех ведь мужья как мужья, лодыри, тунеядцы. А ты-то в кого такой? Есть у меня один секрет. Есть у меня ведро с золотой жидкостью. Я раз в год туда руки макаю, и весь год руки золотые. А это не то ведро, которое у нас в гараже стоит, красное такое? Оно? Так я его в огород вылила. Ты посмотри, червяки забор доделывают. Это что за бред? Это не бред. Это новая секретная разработка Роснано. Так вот они чем там занимаются. А я ведь думала, они ничего не делают. А ты где его взял? Раз в год прилетает ко мне Чубайс. На голубом вертолете. И без...